вообще у нас Саратов это был первый моногород, который получил поддержку Фонда развития моногородов. Я хочу сказать большое спасибо нашим коллегам из Фонда развития моногородов. Мы, в общем-то, совместными усилиями за, получается, 11 месяцев, то есть декабрь 2017 года первая заявка, октябрь 2018 года третья заявка, одобренная Фондом развития моногородов. Мы стали первым регионом в стране, который все моногорода, находящиеся в субъекте, покрыл, скажем так, поддержкой фонда. И здесь, в общем-то, без коллег мы бы это сделать точно не могли. Нас оперативно учили, помогали, звонки, приезды. Ну, в общем, внимание к республике действительно очень для нас важно. Мы его стараемся, скажем так, не обмануть. Благодаря фонду у нас на данном предприятии сняты основные ограничения по развитию предприятия. Это дорога, на которой мы стоим, это энергетика и вода. А до этого момента развитие предприятия оно было невозможно. Сейчас мы получили такую возможность. Мы намерены увеличить производство на мясокомбинате не на проценты, а кратно. Это основная роль этих объектов – это снятие структурных ограничений. Намерены дальше идти и работать и с нашими инвесторами, и с правительством, и с Фондом развития моногородов. У нас сегодня уже 5 резидентов зарегистрировано, 6 на выходе. Всего мы должны в этом году 7 резидентов зарегистрировать на территории опережающего развития. И это позволит нам иметь достойную зарплату у тех людей, которые будут получать эти рабочие места. У нас, что называется, не распечатано, остался один финансовый инструмент – это участие фонда в предоставлении заемных средств инициаторам инвестиционных проектов. И, конечно, мы видели бы следующую заявку, либо одну из следующих заявок уже от инвесторов из республики, которые бы получили льготное кредитование от фонда на реализацию своих инвестиционных проектов.